Вся страна следила за состоянием Романа Костомарова, который в буквальном смысле вернулся с того света. Врачи сделали все возможное и спасли легенду. Теперь он будет мотивировать других. Роман Костомаров попал в больницу сразу после новогодних праздников. Сначала у него развилась пневмония, затем состояние стало ухудшаться, а после наступил сепсис. Врачи ввели его в медикаментозную кому, а затем ампутировали стопу и часть кистей. Инсайдеры сообщали, олимпийский чемпион в плохом психологическом состоянии. Он не только испытывает фантомные боли, но и срывается на близких и огрызается. Но это оказалось не так. Буквально через несколько дней Костомаров показал ролик, где он уже тренируется в протезах. В комментариях к посту восхищенные поклонники писали: «Вот кто настоящий мужик. Роман, вы герой нашего времени. Восхищалась вами раньше, теперь просто глаз не могу оторвать». Хоть Костомарова и шутит, что скоро встанет на лед, но пока до этого далеко. Но работа у него все равно есть, фигуристу предложили поучаствовать в бизнес-форуме, который пройдет в Москве в конце ноября. Там он выступил с лекцией о мотивации, предполагается, что спортсмен расскажет о своей карьере, эмоциях от Олимпиады, но главное, поведает всем, как боролся за жизнь 175 дней в больнице. Многие с воодушевлением восприняли этот факт, потому что у Костомарова явно есть чему поучиться. Он не останавливается на достигнутом, продолжая заниматься с тренером и физиотерапевтами. Друзья и коллеги говорят, что все это было бы невозможно без его любимой супруги Оксаны Домниной.